как один раз, достав из своего кармана $50, создать неиссякаемый финансовый ручеек в свой кошелек без приглашений и инвестирования. Первая часть о проекте. GivePool – это совершенно новая система, ниоткуда не скопированная, а созданная с нуля математиком, имеющий 30-летний опыт в MLM-индустрии, коуч-тренером, ученики которого становятся успешными по всему миру. Платформа GivePool имеет три составляющих – это духовная, материальная и мудрость. Духовная – это когда люди помогают и поддерживают друг друга денежными подарками, не требуя ничего взамен, то есть подарили и забыли. Материально – это то, о чем мечтает каждый – о финансовом благополучии. И GivePool Business в виде денежных благодарностей дает возможность тем, кто развивается общество, создать себе неиссякаемый финансовый источник дохода в свой кошелек. И третье, самое важное – это мудрость. Почему у многих людей, что бы они ни делали, но по факту результата ноль или того хуже? И в GivePool Академии любой сможет получить качественные знания, чтобы стать магнитом для денег и для своего окружения. GivePool – это международная платформа на нескольких языках. Сегодня уже добавлено 10 языков – это русский, английский, немецкий и так далее. И постепенно новые языки добавляются. На платформе нет обязательств приглашать новых участников. Но если вы рекомендуете платформу другим, то, соответственно, кроме полученных подарков, создаете для себя еще и пассивный доход. В системе настроен алгоритм, что если прекратится приток новых участников, то платформа все равно будет работать. На платформе несколько очередей и начинается все с $50. Участник, зайдя на платформу, становится в очередь, чтобы подарить $50. Система ставит дарителя в конец очереди и подыскивает ему получателя. Получателю система в порядке очереди назначает 3 дарителей. Когда участник поочередно проходит все очереди, подарив и получив все подарки, то система снова предлагает начать сначала с $50. И участник становится опять в конец очереди, тем самым помогая всем двигаться вперед. И так снова и снова до бесконечности. На платформе GivePool есть несколько пакетов с очередями, но мы сегодня рассмотрим только первый пакет, базовый, в котором имеется 4 очереди за 50, 100, 200 и $400. На базовом пакете участвуют базовый аккаунт и 3 аватара. Базовый аккаунт привязывается к никнейму вашего Telegram-аккаунта, а вот 3 аватара привязываются к вашему базовому аккаунту в системе. Для примера рассмотрим первый вариант прохождения по очередям с одним базовым аккаунтом. Вы встали в очередь за $50 и сделали подарок получателю. Система вам назначила 3 дарителей, которые уже делают подарки вам, также по $50. Вы получили $150, 50 оставили себе, а на $100 заходите в следующую очередь. Получив $300, 100 оставляете себе, а на 200 заходите в третью очередь. Получив $600 на свой кошелек, вы 200 оставляете себе, а на 400 делаете подарок получателю в четвертой очереди и сами уже получаете $1200. Итог. Вы из своего кармана достали один раз $50, а получили общей суммой $1550. За минусом ваших $50 у вас в кармане остается $1500 или 105 тысяч рублей по курсу 70 рублей за $1. Рассмотрим второй вариант при использовании базового аккаунта и 3 аватаров. Аватары активируются внутри платформы за $10 каждый аватар. Вы активировали базовый аккаунт и 3 аватара. С каждого сделали подарки 4 разным получателям по $50, то есть подарили $200. Стали сами получателем и получили уже $600. Прошли все 4 очереди и получили $6200. $200 – это ваши. Отнимаем $30 за активацию 3 аватаров и итог в вашем кармане остается $5970 или 14-17 900 рублей. На платформе нет необходимости покупать аватары, каждый может пользоваться одним бесплатным базовым аккаунтом.
Но почему активация аватаров стоит денег? Это и есть дополнительный пассивный доход для тех участников, кто строит структуру. Оплата за активацию аватаров распределяется между участниками сообщества GiftPool, кто строит команду, приглашая новых участников. Это своего рода спасибо за то, что пригласили и дали возможность воспользоваться системой. Каждый может получить первые 3 подарка и за эти деньги приобрести аватары, тем самым отблагодарив активных участников сообщества. А вот сколько можно получать денег от своей структуры за покупку ими аватаров, смотрите уже в следующем видео, второй части GiftPool Business.